Всем добрый день, потому что я уже пришла с работы, даже зашла в Лидл, кое-что купила. Но первым делом я сейчас сделаю, они готовятся быстренько, как их сказать-то, тефтели, в общем, смотрите все. Я с утра куриный, вот. Здесь одно яйцо, приправы. И это геркулес быстрого приготовления. Сейчас быстренько скатаю биточки и положу в форму. Сюда же я положила брокколи, зеленый горошек. И сейчас буду делать соус, который будет состоять из сливки. Но у меня сливок вот такое вот выпаренное молоко. И кетчуп. Так, в наш соус я добавила сливки, кетчуп. Но у меня не сливки, у меня вот такое выпаренное молоко. Кетчуп. Воды немного. Приправы, какие мне нравятся. Паприка, черный молотый перец. Сушеный чеснок. Перемешаем все хорошенечко. Смотрите, какой цвет получился. Заливаем наши тефтельки. Прям тютелька в тютельку, смотрите, как. Глаз алмаз. И отправляем в духовку на минут на 30-40. Смотрите, по вашей духовке на 180 градусов. Ну, у меня есть шеттон-машина, которая сделает все за меня. И будет все готово. А на гарнир я отварю спагетти или макарошки, не знаю, посмотрим. Такой у меня вот рецептик. В общем, я, как обычно, пошла за яйцами. Ну, и к яйцам прихватила еще кое-что. Сейчас быстренько пробежимся. А масло подсолнечное обычно для жарки беру. Там жарить картошку, что-то такое вот. 99 копеек стоит. Колбаску вот такую вот, это курица и индейка. Одна курица, одна индейка. Надо потом, ну, очень вкусная, напоминает нашу докторскую. Очень классная, даже не напоминает, а как наша докторская. Рубль 99, вот здесь 400 грамм. Так, вот сливки, вот эти молоко я вам уже показала, они стоили. Рубль 79, 3 штуки там было. Сахар 75 копеек. Канарские бананы. Вообще они очень дорогие. Ну как очень дорогие? 2 с чем-то, даже около 3 евро. А тут по предложению, по оферте рубль 49 килограмм. Это мне прям рубль прям килограмм. Надо же. Брокколи тоже был с предложением там. 500 грамм 99 копеек. Вот, пригодится. Вот так. Отвалился. Взяла... У меня есть еще эти, как их называются-то, дрожжи. Ну, они замороженные, а это свежие взяла. Они тем более стоят копейки. 33 копейки, вот два бриточка таких. Я сегодня хлеб буду печь. У меня хлеб закончился. Салат вот такой вот взяла, чтобы на завтраке у меня было. Он стоит тоже 95 копеек. 95 копеек тоже стоят вот такие лавашики. Ну, это тоже все на завтрак. А вот, надо рыбку красную достать с рыбками. Рубль 39 крабовые палочки на салатик, может быть, или еще что-то. Ну вот, килограмм горошка, рубль 15 замороженный, хлеб. Так, Чарли, не бушуй, что ты там бушуешь? У тебя вода есть. Хлеб вот такой цельнозерновой. Он рубль, ой, 45 копеек стоит. И вот яйца, рубль 45. Вот такие яйца. Вот за ними я, в принципе, и поехала. Я всегда смотрю, чтобы было и целое. А еще у меня, знаете, не знаю, привычка, не привычка. Короче, я в магазин для Алди хожу с магазин, с сумкой из магазина Алди. В магазин из Лидла схожу с сумкой из магазина из Лидла. Ну, мне как-то, знаете, это как там, как это сказать там. Не хочется ходить в магазин, например, в Лидл с сумкой из-под магазина Алди. Это как это?
солидарность. Ой, из-за солидарности. Как-то, да, ну вот ты идешь такая в один магазин, а сумка из другого. Тем более, если у меня есть сумки из тех, в общем, вообще, короче, моя эта фишка такая, задумка, закрутка вообще. У вас тоже такое бывает или это я одна такая? Ой, блин. А вот. Ай, надо же спагетти поставить варить. Сейчас поставлю варить. Будем резать. Наконец-то сегодня к морю пойду, блин. Сегодня у меня вроде бы работы нет никакой после обеда. Слава богу. Не особо люблю после обеда работать. Потому что не люблю после обеда работать. Потому что ночью возвращаешься, как-то уже весь день проходит. И вроде как и не понял, что это было. А, прожил день или что? Ой, блин. Лодырь я, наверное. Так, брокколи сюда. Яйца тоже надо. В общем, буду раскладывать продукты. И сейчас и поставлю вариться. И шпагетти. Так, ну что, мои тефтельки готовы. Макарошки тоже. Сейчас накладываем. Соусом. Ой, не потеем. Так, все вкусненько будет. Поливаем соусом. И все будет в ажуре. Всем приятного аппетита! Я тут новое тесто пробую. Смотрите, как оно мне поднялось. Сейчас буду, знаете, что делать. Во-первых, хлеб. Во-вторых, хочу сделать эти сосиски в тесте. Сейчас посмотрим. Сосиски в тесте и хлеб здесь готовятся. А у меня остались еще 3 рогалика. Я их вот сюда в шайтан-машину запихала. Не 3 сердечка, скажем так. Сейчас муж позвонил, сказал, что он колесо проколол. Вот с ним все случается. То колесо проколет. Мне кажется, что сейчас колес уже вообще никто не прокалывает. Проколол как-то колесо, другу позвонил. Я говорю, а мне-то зачем позвонил? На всякий пожарный думал, говорил. Я говорю, чем я тебе могу помочь? Звони в это, в ГРУО. ГРУО, ну вот это вот, которое приезжает там, от страховки забирает. Вот, потому что вот такие вот дела. Так что у меня все жарится, парится хлеб. Делается новый рецепт, но, видимо, я добавила мало муки. И поэтому как-то тесто жидковато. И липнет к рукам. Вот, первый раз делаю и мял его руками. Надо в следующий раз приспособить. Мы посмотрим, какой, что получится. Сосиски в тесте хочу, знаете, на завтрак. Попробовать. Ну, как попробовать? Оно вкусно-то получится по-любому. Ну, вот так вот. Сейчас у меня кофе тайм. Опять сегодня сейчас поедем. Тогда на пляж не получится лабренью. Надо ехать опять, что-то какие-то дела там. Чашку кофе. Ну ладно, какая разница, где гулять. На каком пляже море, оно и в Африке море, правильно? Я тебе бодрящего налью и по-настоящему спою ручную песню. Хлеб прям хочет выпрыгнуть. Убежать хочет. Мне больше даже интересно, как все это сделается в шатайн-машине. Потому что мои эти получились классные, очень вкусные. В общем, экспериментирую. Знаете, смотрю людей. Вот у меня есть одна клиентка, она вообще готовить не любит. Вот ни капельки.
Я бы целыми днями что-то экспериментировала, что-то бы делала, что-то бы готовила. Вот, честное слово, мне так нравится готовить. Вот. Единственное, что не нравится, убирать потом посуду. А так бы я бы готовила и готовила. Но мне не нравится работать, например, в ресторанах там на кухне. Я, правда, никогда и не работала там в ресторанах на кухне. Но я уже знаю, что мне не нравится. Потому что это, знаете, это не творить. Это не что-то новое делать. Это просто тупо резать блюда, которые вот каждый день... Ой, бляха-муха, что это такое? Изо дня в день одни и те же. А мне нравится готовить для себя, там, например, для каких-то наших фест, праздников, да. Но опять, с другой стороны, тоже, да, вот, например, мы праздники там делаем, ля-ля, то что-то хочешь приготовить, там, готовишь что-то такое, а потом, знаете, ты пыжишься, тыжишься, а видишь, что остальные, например, там, ну, не особо и пыжатся. Хочется же ведь тоже что-то попробовать и от других, да, покушать что-нибудь вкусненькое. Короче, выход какой? Только для себя... Ну, как тестом пахнет вкусно. Для себя любимые вкусняшки готовлю. Поэтому я вот торчу на кухне уже с этим тестом, его там месила. Подошло быстро, руками еще месила там с ним вот так вот все шухры-мухры. Посмотрим, что получится. И три плюшки получилось с сахаром. Ну, тесто сдобное, на паре должно быть вкусно. Так что вот такие вот у нас планы. А, у меня еще машинка стирается, пойду еще белье, чтобы высохло, потому что у нас обещают дожди с пятницы. Ну, там, немножко, совсем чуть-чуть. Смотрите, какая красота. За 15, даже меньше, 12 минут. Ну, класс. Ну, вы посмотрите, а. Шикардосные. Булочки с сахаром. А это вот сосиски в тесте. Немножко страшненькие, но их вообще в первый раз в жизни готовлю. Так что, мне кажется, тоже красивые, тоже шикарные. А вот и хлебушек поспел для тостов. Пахнет нереально. Пускай остывает. И все. На сегодня закончено. Кто молодец? Я молодец. Что-то я в Салабрине каждый день вечерами приезжаю. То мне по делам, то мужу. И сейчас вот тут решила в другую сторону идти. По пляжу. Вот. Не заблудиться бы. Сейчас в русском тоже. Сейчас мужчина говорит. Я особо, в принципе, ничего не заказывала, русские продукты на этой неделе. Вот. Я хочу, знаете что, чокопай. Уже давным-давно хочу чокопай, печенье. Здесь они не продаются. Я уже и в этом смотрела на сайте. И везде смотрела. И что-то как-то нету нигде. Ее заказываю Кристине там в Альмунекаре тоже нету. Вот это мужчине тоже заказываю нету. Не знаю почему. И шоколадное масло еще давным-давно заказала. Может быть, вы помните. И вот он в это, как я, так как я на этой неделе вообще ничего не заказала. А он такой говорит: а я масло шоколадное привез. Хочешь? Такая, ну ладно, давай. А я уже, знаете, ну это тоже как ностальгия какая-то по детским временам, что ли. Не какая-то прям необходимость. Ну, утром на хлеб. Намазать на мой, нормально будет. Я говорю, давай. Я уже хотела сама делать. А что там делать-то? Какао сыпал, перемешал масло, и да. И нормально. Ну, а тут уже готовое. Так что сейчас вот дела там все сделаем. И поедем уже. Пойду схожу за этим маслом. Так, что тебе куда-то иду? Походу кругами ходить. Потому что я по этим всяким улкам... проулком не хожу. Я знаю, просто с той стороны там гора. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Это вот про меня сейчас. Мне не очень хочется в гору переться. А тут вообще гараж. Ой, блин, кругами хожу. Ладно, сейчас я как-нибудь выйду по-любому к морю.
и покажу вам. У нас сегодня хорошая погода. Будки уже поставили, правда, они что-то, по-моему, не первой свежести и даже не второй. Там вот, а что, это, наверное, медицинская помощь или что, как? А здесь раздевалка, переодевалка. Так, пойду. А как я пойду тут, если загорожено все? То там дети, ребятишки играют. А то вдруг моему Чарли они не понравятся. Что-то прям, знаете, на пляже еще теплее, чем дома в городе. Обычно всегда наоборот, потому что сегодня ветра вообще нету. Так, может, какой-нибудь. Да не, никакого. И хорошо так. В общем, обманчивая такая погода. То холодно, то тепло. Еще банку огурцов урвала. Пишет такой, огурцы остались с помидорами. Хочешь? Ой, помидоры урвала. А я, знаете, огурцы в Лиделе беру. Они очень вкусные, мне нравятся. А помидоры как-то не особо люблю. Ну, думаю, пусть будут. Я, знаете как, запасливая душа. У меня должно быть все есть. Ой, должно быть все есть. У меня, смотрите, есть банка тушенки лежит. Банка шпрот лежит. Откуда я знаю, что мне завтра захочется? А вдруг мне захочется шпроты? А у меня нету. А у меня, оказывается, теперь помидоры взяла. Пускай стоят. А вдруг захочу? Я уже представила. С картошечкой вот такой, с зеленым лучком. Селедка есть. В общем, запасливая. Все должно быть понемножечку, по баночке, но должно быть. Кстати, мужу дала попробовать сосиску в тесте и булочку. А он так понравилось ему. Правда, булка с сахаром просто обалденно вкусная. Так что я с вами поделюсь новым рецептом теста. Вот, и пользуйтесь на здоровье. Потому что я непроверенными рецептами, ну, как бы не пользуюсь, ну, не делюсь. Потому что фиг его знает, может, какая-нибудь фигня получится. Вот. Но это тесто классное. Там идут занятия какие-то спортивные. Вы знаете, у нас спортивные спортзалы запрещены. Только вот если спортом на свежем воздухе можно. И вот там, гляжу, занимаются. Чем-то непонятно. Видите? У Чарли, походу, полдник. Кто булки жрет, а кто траву. Вегетарианец мой маленький. Вот травку кушает. Здесь машин нету. Здесь она хорошая, травка. Потому что здесь, это вот зона. Здесь хотят отели построить, но вот эти зеленые, они против. Они везде строчат всякие бумажки, что нельзя вот это вот истреблять. Здесь очень много разных птиц, которые перелетают с севера на юг. Вот. И останавливаются здесь, в общем.
не хотят, чтобы здесь отели строили. Не успела чай допить, сейчас допью. Шоколадное масло наконец-то привез мужчина. А там женщина украинская стояла. Ну, украинка, знакомая. И я такая, а мужчина такой спрашивает, кто там? Я говорю, масло шоколадное. Она такая, масло шоколадное? Я говорю, не знаю, чем себя побаловать. Да, говорю, масло шоколадное. Я говорю, у меня уже все есть. И вот я говорю, придумала масло. Она говорит, о, такая типа, это, знаешь, такая типа, о, еще масло шоколадное есть. Помидоры вот раскрутил меня на помидоры, не знаю, по-кубански. И раскрутил меня на скумбрию. Говорит, не хочешь? Такая вкусная скумбрия, пахнет как. А я, знаете, думала, перед тем, как заказать ему, ну, он где-то дня за неделю пишет, говорит, принимаю заказы на русские продукты там, вот. И я такая, хочу, не хочу, думаю, не хочу, обойдусь. И вот сейчас он такой говорит, у меня скумбрия осталась, хочешь? Я такая, блин. Я говорю, ну, давай. В общем, он меня раскрутил на скумбрию. Ну, у меня к ночи еще есть картофельные, завтра сделаю себе такой вот обед. Сейчас я пошла быстренько. У меня руки не воняют, это помыть все равно надо скумбрию. В общем, у меня машинка постиралась. И надо ее быстренько вывесить. А то темно будет, и все, и тогда трындец. Хотя у нас там есть свет, но все равно, знаете, Чарли, не буянь, у тебя там все есть. Все есть. И вода, вот куда ты ее? Пей. И вода, и еда, и все на свете. Так что, вот так вот, мужчина. Меня там раскрутить-то. Он меня, знаете, еще на что раскручивал? Осетрина. Он сейчас, ой, блеха-мух, привозит осетра горячего копчения. И говорит, а завтра привезу просто свежего. Вот, 17 с чем-то стоит килограмм. И вот он меня раскручивал, но я не поддалась провокации. Хотя, по-моему, больше хочется, чем не хочется. Ну ладно, посмотрим. Слушайте, покрасил еще раз, а он, смотрите, видите, как-то сделался непонятно. Вздулся. И что это значит? Почему он так вздулся? Видите? Как-то неясно. В общем, в Лидл привезут завтра. Точно, завтра же четверг. Привезут стеклянные такие шкатулки для бижутерии и для всего такого. И, наверное, куплю себе... Я вчера в китайском смотрела, что-то не нашла. И куплю, наверное, себе прозрачные для бижутерии. Прозрачные такие. А эти... Что-то мне не нравится. Не знаю. Уже три раза красили. Ну, что-то как-то не очень. Как, знаете, под старину подмахивает. Ну, что-то вот это вот вздутое, непонятно, почему вздулось. Ладно, пойду я белье вешать. А с вами, наверное, прощаюсь вот на такой нотке. Смотрите, у нас там снег. Ну, уже почти растаял. Вот. И всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Бабушка вот эту не все с головой в порядке. И всем пока-пока.